Обитель зла 4. Обитель зла 4. Здрасте всем. Если вы слышите эти звуки, то значит это Resident Evil 4. Мы уже, в принципе, приближаемся к концу. Так что, может быть, эта серия быть последней большой финальной серии. Если кто в курсе. Так, я тут выключу временно, чтобы нам не мешали. Тут уже звонили во время процесса. Смешать не сможем, да? Ну чё ты, сучара? Где ты, блядь? Опа-на! Вылез! У нас полно места, да? Погнали, чё? Мазохисты с электрическими этими щеточками. Да, ребятки? Ой,
кого карта, вопрос. У кого карта, народ? Только не... Бля, только не... карта была.
точнее, где нажалось, вопрос. Как это понимать? А где второй ключ? Скоро ты приобретешь невероятную силу, но похоже, что это нелегко. Я все равно заберу Эшли, нравится тебе это или нет. Ох уж эта юношеская самонадеянность.
Давай. Пошли. Бой с этим говнюком будет, да? Еще здоровье, Эшли, капец. Так, как тебя вылечить-то? Походу, что да. А что тут? Это просто металлолом. Я не знаю, Леон. Есть только один способ узнать. Садись за управление. Ты уверен, что хочешь этого? Да. Ладно. Посмотрим. Как ты себя чувствуешь? На миллион баксов. Я думала, ты умрешь. Хорошо. Теперь я. Ты в порядке?
Не знаю, как ты, а я хочу домой. Так, следующая глава, последняя. Это мы уже поняли. Так, хорошо, она тоже по заданию куда? Вперед, туда? Типа вперед, туда, да? Траву нам дали. Совместить мы ни с какой не можем, да? Ну и ладно, похер. Нафиг я желтую траву взял. И там будет сохранение, да? Ну да, я так и знал. Финальная миссия. Паузу. Вот. На всякий случай, мало ли, какой бой будет большой или нет, но я именно не заканчиваю, а сделаю паузу и с этого места, в принципе, начну. Вот так-то. Так что не прощаемся. Ну чё, погнали, ребят. Так. Что-то не так. Эшли, побудь здесь. Эйда! Эйда! Пора использовать новые трюки, так как эти уже устарели. Ты в порядке? Мне уже лучше. Что смешного? Думаю, ты знаешь. Американцы всегда выигрывают. Такое происходит только в голливудских фильмах. Мистер Кеннеди, вы меня забавляете. И в знак моей благодарности я верну вас из вашего мира клише. Эйда, отойди назад.
то, что мне в Америке могут стать, если я сейчас не попомню. Ты, блядь, стрелка водишься. Аллилуйя. Извини, Леон. Передай это мне. Эйда, ты прекрасно знаешь, что это. Я позабочусь об этом. Эйда! Мне уже пора. И на твоем месте я бы тоже покинула этот остров. Она таки это сделала. Вот, лови. И поторопись. До скорого.
Очень мило. Sweetheart. Эшли, ты где? Леон! Давай. А теперь домой. Прекрасная идея. Миссия выполнена, верно, Леон? Не совсем. Мне еще надо доставить тебя живой. А как насчет внеурочных? После того, как привезешь меня домой. Извини. Знаешь, мне очень хочется спросить, кто была та женщина? А почему ты спрашиваешь? Перестань, Леон. Скажи мне. Она часть меня. Я не смогу ее забыть. Давай оставим ее в покое. Такая получилась интересная игра нашего, как сказать, можно сказать, детства. Вот. Классика все-таки на PlayStation 2 в то время. Thank you.
Мне, конечно, очень понравилось. Довольно необычно. Интересно. Вот. Все-таки всем советую поиграть, кто ее не играл. Это мы, в принципе, быстро пробежались, а так можно насладиться ею и пройти уже потихонечку, полностью. И все вот в таком плане. Интересно, естественно. Все? Hunnigan, is that you? Finally, the line's jack free. Hey, Hunnigan, no glasses. Forget the glasses. What's the status of the mission? I've rescued the subject. We're returning home. You did it, Leon. Thanks. You know, you're kind of cute without those glasses. Give me your number when I get back. May I remind you that you're still on duty? Story of my life. Да, за 12 часов пробежались, если так посчитать. Ну что, дорогие друзья, с вами был Kazoko Family. Всем до новых встреч, всем удачи, всем пока-пока.